все менше хочеться бурхливих, палких і незабутніх встреч, а більше хочеться додому і прилечь. Або ще «Нет логіки, є жінки і хватить». Автор цих рядків – миколаївська художниця, волонтер, автор серії патріотичних листівок Світлана Чебанова вже готова прочитати, підготувала нам, напекла пиріжків зранку, не простих, а поетичних. І зараз будемо з нею знайомитися ще як із автором поезії. Доброго ранку, Світлана. Доброе утро, такой неожиданный анонс с чтением вслух. А что ты чекала? Я ничего не ждала, дело в том, что мне непривычно участвовать в такой роли. Мало того, что в принципе я как бы не особо придаю значение вот этим пирожкам-порошкам, пишем им, пишущимся мной для Фейсбука, для друзей, и тут как бы такое приглашение, и мало того, я слышу вслух от кого-то просчитанные эти строки, Боже, и понимаю, что елки-палки, это же смешно. Добре, що печи немає, ти б зараз таку дірку розколупала, печи соромлячись. Так, ну що ми? Давай, читай, починай. Отже, сьогодні зранку Світлана ще нічого не напекла, ніяких пиріжків, а я хочу повідомити, що пиріжки – це своєрідний поетичний виріб, а ніяк не кулінарний в нашому випадку. Світлана працює вночі, але зранку вона вже бадьора, відкрила оченята і готова поділитися своєю творчістю. Світлана, ми тебе знаємо як художницю, як нещодавно відкривали виставку, дивилися. Хто не був на виставці, стежить за тобою у Фейсбуці, а тебе не можна не помітити, бо ти як спам. А тепер ще й поетичний спам. Тепер ще я спам, оце маєш. Це в хорошому розумінні, тому що завжди приємно побачити твоє усміхнене обличчя, а ще й ось долучитися до твоєї поетичної творчості. Ну, маємо, може, піти за розходом. Треба обозначити, що таке пирожки і що таке порошки, тому що от ти перше зачитала кілька строк. Це не форма пирожок, це форма порошок. И в них есть небольшая разница, и по большому счету этот формат называют интернет-форматом, и ему не дают больше 8-9 лет. Сейчас говорят о том, что это как бы модный интернет-формат, но ничего нового, собственно говоря, в нем не было придумано, потому что вот этот четырехстопный ямб, которым они пишутся, размер, он как бы не вчера родился и не с интернетом пришел, просто интернет завел моду на короткие месседжи. Коротко написать, коротко пошутить, коротко изложить, быстро донести информацию, в том числе и с юмором. Гумористично. И с юмором получилась та же самая история, поэтому, порошки, например. Они... Да, порошки надо отметить, может быть, для телезрителей, чтобы прояснить, что у них есть определенное написание и стандарт, по которому пишутся, и даже целая сводка правил. Есть вот группа ВКонтакте, очень известная, она называется «Пирожки плюс». Там многотысячная аудитория, и люди пишут, выкладываются там, всячески размножают эту юмористическую ересь. Читай. Например, мы говорим, если о пирожках, то это количество слогов по строкам 9, 8, 9, 8 с отсутствием рифм, но все-таки со смыслом. Например... Хоть це добре. Да. Хоть смысл есть. Например, как больно в мир смотреть глазами, которыми почти не спал, но на эфир программы «Утро» ты обещание дал прийти. Вот это классический. Браво! Ще экспромт. А я хотіла наприкінці програми познущатися. Как бы вот. Так, це треба записати в аналі історії. Я вам на стіночки там в студії оставлю з автографом. Та чого на стіночці? Зараз знайдемо листочок і напишеш, поки будемо дивитися. Для Світлани є сюрприз, ми ж не могли не підготувати для Світлани. Вона боїться сюрпризів, але... Тримайтеся. Так, тримайтеся. Тримайтеся, людоньки. І порошки, якщо ми вже о них заговорили, то це похожий розмір, але це 9, 8, 9. 9, 2.
И с рифмой на, со второй, переходящей на, как бы, на четвертую строку. Вот. Боже, такой размер. Боже, после вузу литературознавчих лекций не буду слушать никогда. Добро пожаловать в нашу маленькую светлую аудиторию. Итак, шел день, что шел день второй, не имели руки, и в первых проблесках зари диете прошептала Ольга: «Умри». Это, ну, классический такой вот порошок. Браво. Продолжаем. На злобу дня, например. Обычно слышу я нормально, ну, в смысле, что почти всегда. Когда бывает, слышу плохо, немножко дайте денег мне. На лето планы у Марии на диво были хороши, но их испортил ей начальник, родня в Перми и целлюлит. Не знать китайского — проблема, подумал Мойша и прошел мимо китайского ломбарда, хотя имел что им сказать. Ну, вот в таком вот духе. Из жизни. Да, из жизни. Пропала Маша Николаю, Аркадий грустно говорит: ну чем ей лучше Сыктывкара, Мадрид? И с этим пирожком вообще забавная история. Я его выложила вечером, а утром обнаружила его под тегом Сыктывкар в группе. Типа, вот типичный Сыктывкар, и там куча лайков. То есть, ну, вот потому что интернет... своим життям. Да, бачиш? Интернет-формат, и быстро очень его нашел поисковик по имени города. И просто: здравствуйте, пожалуйста, ты известен в Сыктывкаре. Сыктывкаре. Спробуйся вимовити. Утренняя зарядка для хвоста. Сыктывкар. Я вже годину в ефірі, мені вже простіше. Свята, як все починалося? Як ти ось така добропорядна художниця, автор листівок, патріотичний Миколаїв? Як ти докатилася ось до Сыктывкара? А я давно промышляю. Это же весело. Это же весело. Я как-то, ну, почиталась где-то, и ты понимаешь, я не здивувалась, як я побачила оце неподобство у Фейсбуці, я не здивувалась. Ну, воно ще стало неподобством. Ми зараз повернемося до того, до чого ми докатилися. То Сыктывкар, то ромашки, да. Все же просто. Ты смотришь на удобный формат и как бы понимаешь, что, ну, а дайте попробовать мне. И это дайте две. Прикольно, потому что это для меня, но это зарядка для мозгов. Потому что вот это, вот этот подбор строчки по слогам, да, и с нужным текстом, и просто бывает, ну, очень удобно отвлечься на придумывание такого там интересного чего-то. Бывает какая-то удачная первая строчка, и под нее вторая, там третья, четвертая. Ну, как-то так, и эдак полчаса ты с этим ходишь. Ты занимаешься просто, в принципе, ну, любыми делами, какие-то. Как кроссворд, а был... Да, да, это вот именно, это вот именно ребус поэтический, и ты его разгадываешь, и в этом хоп. Але мені здається, що це, що здається на перший погляд найпростішим, воно найважче. Тому що, ну, тут ще потрібно і зміст, да, зберегти, і ще й виконати певне завдання поставлене. Вот в этой группе пирожковой, там, где, ну, как бы все их пекут, есть целый свод правил. Одно из правил гласит, что пирожок должен отлежаться хотя бы сутки. Потому что в пирожке не должно быть лишних слов, и в пирожке должен быть смысл. И точно так же касательно порошков. Так, ну, мы не пишем, ты знаешь? Смежный жанр. В информации каждое слово лишнее. А уявляешь себе такий дайджест новин, а у Дусі пирожків. Порадити нашій інформаційній редакції, нехай тренується. Я буду тадам-тадам, парам-пам-парам. Що-небудь ще прочитаємо? Прочитаємо, але я хотіла спитати, що ти пишеш і серйозні філософські поезії. Що раніше було, пиріжки чи філософія? Я лирика? Пишу стихи, ну, хоча пытаюсь. Хотя пырышки – это же философия. Смотри, я пытаюсь писать стихи со школы. Это где-то там 8-й, наверное, класс началось, как-то так. И, ну, как бы, тут уже что сказать, это очень давно. Но просто что-то более-менее оформилось буквально последние годы. А с петель сорвать можно дверь любую, пружину можно любую сжать, но дверь на место в мороз поставят –
и будет момент, так пружина ждать. Да, да, это совсем свежее, ты прочитала, совсем свежее, и оно как бы мне дорого очень, потому что, но по большому счету это прям мощная философская категория о том, что ты будешь, да, заправлять любую пружину, и ты ее дожмешь внутри себя. Вот, но однажды она тебя подведет, однажды она дождется момента, когда ты будешь слаб и выстрелит в самом неподходящем месте. Уже. Но, кстати, вот пирожки и порошки, они не обязывают исключительно юмористический формат. То есть очень много ребят пишут и ну, философский текст, или там какой-то довольно какой-нибудь настроенческий, грустный, там что-то такое. Вот, в принципе, это не обязательно поражать. Вот у меня, вот, например, кстати, есть такой, и он очень популярный, многие понимают, о чем речь. «Убей в себе раба, а после и надзирателя убей, еще убей работорговца». Да, он там есть наверняка. Ну тут не знаешь, чи плакать, чи смеяться. Да, вот это не смешно, но это все равно эта форма. А ти знаєш, Світлано, я за те, щоб почитати твої вірші, але я зараз, ми підготували тобі сюрприз, побачимо, як на твої вірші реагують миколаївці. Хочеш ой-ой. Це побачити? Ти хочеш це побачити? Хочеш так. Чи не хочеш, а ти це побачиш. Ти давайте побачиш. Подивимось наш сюжет. Я знаю, что она поэт, но я ни одной не читала ничего из ее творчества. Как человек положительно отношусь? Белые стены кухни залиты солнечным светом. С высоких стеклянных стаканов вежливо подан чай. Но, кажется, даже стены не выдержат напряжения. И смотрит со дна стакана в глаза мне моя печаль. Отлично. А печаль, а то, что весна не пришла, еще она ведь его пишет. Не, ну что, прикольно, мне понравилось. Понравилось? Да. Наївним, назвав автор. Зачарована стоїть корова, мріє мрію про щасливу мить. Ось сяйне веселка кольорова, і коровам стане легше жить. Ну, така веселее. Зачем печаль? Я ж говорю, печаль, надо вообще слово избегать. А вот последний, как думаете, кому писала автор? Є здесь скрытий смысл или вот лучше читать, как написано? Ну, о корове? Это так о жизни вообще. Не только о корове, о природе, о людях, о животных. Это, ну как, корова – это рядом с нами, это животное, которое мы его любим. Сховалась любов у зачіпках серця гарячого. Тихесенько ледь виглядає, щоб не впадати у очі. Чаїться, мов птах обережний, та видно і незрячому. Вона тут живе, любов хизуватись не хоче. Как вам? Ну, красиво сказано, но я поэта мы, конечно, не назовем. Ну, слова, конечно, нормальные. Зачарована стоїть корова, мріє мрію про щасливу мить. Ось сяйне веселка кольорова, і коровам стане легше жить. Правильно, Макаров, спасибо вам, я дуже довольна, да. Світлими народжуються, темними стають. Любити правду боляче, бо за неї б'ють. Легко – духом вільному, важко – жить в труні. Сам не прагнеш вишнього – заважай мені. Як вам так? Ну, как бы философский смысл. Наивным. Зачарована стоїть корова, мріє мрію про щасливу мить. Ось сяйне веселка кольорова, і коровам стане легше жить. И что я должен вам ответить? Какие эмоции, чувства, мысли вызвали? Знаете, я сам из села. Как вы думаете, что может вызвать какие мысли, там, слово «корова» либо что-то еще? Ну, мне не понравился этот стих, потому что у меня он ни с чем не ассоциируется. Белые стены кухни залиты солнечным светом. С высоких стеклянных стаканов вежливо поданный чай. Но, кажется, даже стены не выдерживают напряжения. И смотрит со дна стакана «в глаза мне моя печаль». Ну, сильно печально, я считаю. Чего печаль? Со стаканом. Почему она печаль? Я не хочу печали. Наивным. Зачарована стоїть корова, мріє мрію про щасливу мить. Ось сяйне веселка кольорова, і коровам стане легше жить. Вот, мы дождемось веселки кольорової, так, то підемо. Але ми не...
Але вони не корови, корови, да. Але підтримуємо їхні прагнення до бачення, бачити да. веселку. Як думаєте, скритий смисл какой-то є? Так. Да. Я думаю, є. Ну, в тому, що, ну, как бы тут проводиться сравнення, да, вот, ну, корови, ну, просто, видимо, у каждого поэта своє видіння проблеми, і вот вона, возможно, вложила смысл, который, ну, каждый человек воспринимает по-своему. Некоторые подумают о том, что корова сравнивается с некоторыми людьми, некоторые подумают, что смысла вообще нет. С большой поэтому... проблемой. Да. Большая корова – большая проблема, маленький теленок – маленькая проблема. А тут еще несколько коров, это вообще куча проблем. Мы ушли. Все, спасибо. Света, дожилася. Да, нежданчик. Дальше на улицах. Вот это да. Спасибо большое за сюрприз. Ох, прославили. Мамочки, я теперь буду по советской ВЭЦ ходить. Ну ничего, будешь писать что-то еще? Надо пояснить ситуацию. Вот это стихотворение, которое называется «Наивным», про корову, которая 8 раз звучала только что в эфире. Спасибо за потраченное эфирное время. Оно было написано рядом с выборами. И это на почве того, что... Ну вот все-таки же мы же не... Ну мы же на тваринки же мы. Мы же маємо щось робити. Ми ж не маємо чекати, стояти і сподіватися, що ось воно зараз може щось там якось. Маємо робити. Маємо руки, розум, маємо робити. Оце маємо те, що маємо, також напрошується. Так, бувало. Света, ну час летить швидко. Ага. Ти написала нам бажання віршоване. Ну це ж той самий віршик. Так, повішаємо в себе в кімнаті. Ага. І будемо згадувати тебе щоразу і чекати нових. І ой. На останок, для підбадьорювання наших глядачів, ось так. Таке ранкове, підбадьорливе, щось таке потужне. Давай, автор, жди що. Давайте же подумаємо, що несколько штук ми можемо прочитати, я надіюсь. Давай, да? Тільки швидко. Якая прикрая халепа, сказав Василь, закрив капот, а так хотілося в гості к тёще. Ну вот. Но вот так. Вдогонку ушедшему празднику весни і женщин, в коханні я хотів признатися на 8 березня тобі, але внезапно передумав, коли спитав, почём тюльпан? Ну, вот как бы... А наболевшим. О, і наостанок, так? Так. Така буде точечка. Всім треба радуватися житті, бо як не радуєшся, то стаєш похожим на коняку в пальто. Ну ось на цій позитивній ноті ми Світлані бажаємо доброго ранку, приємного продовження дня і залишайся з нами на телеканалі «Миколаїв». Приєднуйся до нашої глядацької аудиторії. Можливо, наша програма стане для тебе приводом для натхнення і появи нових філософських або ліричних, або гумористичних поезій. Дуже дякую. Бажаю натхнення нашим телеглядачам і печіть. Випікайте пиріжки. На здоров'я. І не тільки. Ну що ж, дякуємо, Світланочко.